Российский агрессор, не переставая, торпедирует город Харьков. И это все нацелено на первое, конечно же, с тем, чтобы жизнь в городе Харькове не могла развиваться нормально. И второе, чтобы посеять панику, запугать людей. Ну и, конечно, День Конституции. Я думаю, что с особой жестокостью российские оккупанты бомбят наши города, в том числе и город Харьков, потому что они с самого первого дня хотят истребить нас как нацию. Но Украина — это нация, украинцы — это сильная нация, и мы не позволим российским оккупантам сотворить то, что они творят, и обязательно победа будет за нами. Мы очень сильные духом, и особенно сегодня, в День Конституции, могу вам сказать, что харьковчане еще раз демонстрировать силу духу, силу воли, и мы непобедимы. И никакой враг не пройдет, и запугать нас никакими бомбардировками им не удастся.